Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. И вот, наконец-то, после стольких месяцев ожидания, я выхожу в эфир. Прошу прощения сразу за свой голос. Немножко приболел, но это ничего, я думаю, это быстро пройдет. И одновременно поздравляю с наступившим уже 2019 годом. Желаю всем здоровья, самое главное, счастья. И чтобы все сбывалось в этой жизни, и чтобы все было хорошо. Ну, предварительно хочу сказать, что наконец-то мы сделали небольшой такой, как бы сказать, ремонт. А теперь у меня вот новое рабочее место. Будем стараться видео записывать, посмотрим, как это все получится. Сегодня я хочу параллельно обсудить и рассказать вам о ручке немецкой Schneider, но скорее всего, что это китайская подделка, мы точно не знаем. Знатоки посмотрят, скажут, сделают свою оценку. Ну вот она такая, пришла в такой коробочке, написано Schneider, Germany. Хотя, с другой стороны, на коробочке, как вы видите, написано по-китайски. Соответственно, может быть, здесь предприятие китайское находится, которое изготавливает эти ручки. Ну, не знаем, поэтому говорим, что получил с китайского магазина ручку, на которой написано немецкая. Первое. Второе. Хочу сказать огромное спасибо моему другу заочному и заэкранному, скажем так, с канала Вечья Гвардия Стилографика. Это такой итальянский мой друг, который тоже любит ручки, любит холод. Ссылка на его канал, как на основной, так и на лайв-канал, будет в описании ролика моего. Огромное спасибо за его поддержку, за поддержку его друзьями. Он тут организовал небольшую рекламную такую акцию, скажем так, пиар-акцию, которая привлек множество своих друзей, которые подписались на мой канал. И теперь я просто обязан продолжать обзоры вот этих ручек. Ну, мне это нравится, поэтому я с удовольствием это буду делать. Следующее, то, что итальянцы попросили меня показать им, как пишутся русские буквы, немного рассказать о русском алфавите. Я постараюсь это сделать. Ну, посмотрим. Я, в общем-то, не филолог. Как-то со своей стороны попытаюсь рассказать. Если есть те, кто может мне в этом помочь, я с удовольствием приму вашу помощь, потому что, ну, как они сказали, нам не важно, как это будет, нам проще. Если, например, на букву А начинается автобус, вы нарисуете автобус, и мы это поймем. Но мне кажется, что все-таки нужно изначально рассказывать правильно, особенно о русском языке, на котором я разговариваю, тем более, что это для не только для своих, но и для иностранцев. Поэтому сегодня будет такой, может быть, первый блин комом. Я, может быть, немного расскажу о том, на чем я буду основываться свои рассказы, не углубляясь пока вглубь. А посмотрим, как пройдет вот этот вот, скажем, пилотный такой выпуск. И дальше уже будем действовать в зависимости от отзывов и комментариев. Поэтому сейчас мы пока пойдем в нашем обычном русле. А вот пришла ручка, как же я говорил, Schneider. Здесь написано Germany. В такой коробочке прекрасной. В этой коробочке есть еще одна коробочка. Вот такая вот коробочка. Здесь тоже написано Schneider. Открывается. И вот она ручка. Ну, это тоже в сторонку пока. Вот такая ручка. Это полностью пластмассовая ручка, как ее рекламируют. Ручка полностью изготовлена из ABS пластика. И плюс ко всему, здесь есть резиновый наконечник на держателе для удобства держания. Вот, как мы с вами заговорил. Перо это иридистое золото. На пере мы видим стандартный рисунок соответствующей фирмы Schneider. Есть на корпусе ручки надпись, сделанная в Германии, опять же Schneider.
Надпись опять. Germany на колпачке. Колпачок достаточно мягкий, потому что это все-таки полностью пластмассовая ручка. Рекламируют эту ручку для студентов, для офисных работников, когда есть возможность много писать. Говорят, что она очень удобно пишет. Размер пера, кстати, 0,5 мм. Вес этой ручки 16 грамм. Диаметр в самой большой части это 13,8 мм. И длина самой ручки 152 мм. Сейчас мы посмотрим, как она пишет. Приобрел я себе такую тетрадку, где буду писать. Сегодня мы будем писать стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро». Ручка, которую я буду писать, вроде бы называется «Плума Фуэнте». Не знаю, правильно я говорю или нет. Ну, пишется вот так вот. Сейчас, кстати, мы положим микрофон, чтобы было слышно, как она пишет. Thank you.
мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись. Открой сомкнутый негой взоры, навстречу северная аврора, звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное желтело, а ты печальная сидела, а ныне погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка под льдом блестит. Ну что хочется сказать? Во-первых, про ручку. Забыл я вам сказать, что она заправляется обычными картриджами съемными, стандартными, которые можно найти, ну, в любом магазине. Либо поставить такой же стандартный конвертер. Перо все-таки жестковатое, мне кажется, жестковатое для немецкой ручки. Все-таки мне кажется, что это китайская, конечно, подделка. Но пока что не превзошли ручки, вот Лами Сафари, который я писал, настоящей немецкой. Вот мягкость вот этого пера. Да, еще японская тоже. Китайские пока перья не превзошли. Про эту ручку есть рассказ. Да, стоит она всего лишь 820 рублей, когда я покупал. Могу рекомендовать вот для студентов. Она такая неприхотливая, современный дизайн. Я думаю, что молодым людям очень понравится. Тем более, вот она в такой подарочной, можно коробочки использовать для всяких сюрпризов, подарков и тому подобное. Ну, на этом такая официальная часть моя закончена. В принципе, кому дальше интересно, могут выключать. Вот специально для итальянских своих друзей приобрел я вот такие вот прописи для первого класса, в котором есть все о том, как пишутся правильно прописные буквы, есть алфавит. Пожалуйста, каждые буквы у нас тут будут прописаны. Еще я постараюсь рассказывать истории про сами буквы, откуда они взялись и что они означают приблизительно. Вот. Первая часть, вторая часть. Далее. Вот покажу им тетради, в которых, например, учатся наши ученики, в каких они разметках. Постараемся тогда написать. А вот классические прописи по русскому языку, где вы можете видеть, как правильно тренироваться, как правильно писать русские буквы. Ну, а на этом, наверное, все пока. Я думаю, что далее будет интересно. Постараюсь долго не задерживать, ну, выходить почаще. Еще раз всех с наступившим Новым годом, всем моим подписчикам здоровья, счастья и всяческих удач. Еще раз спасибо моим итальянским друзьям. Я думаю, что наша задумочка получится. До свидания.